В канун праздника Курбан-Байрам в Махачкале прошла республиканская сельскохозяйственная ярмарка. Здесь жители и гости города смогут приобрести качественные и свежие продукты питания напрямую у производителей по ценам ниже рыночных на 20%. Речь идет в том числе о молочной и мясной продукции. Это сыр, масло, сметана, свежее мясо, колбасы и многое другое. Садоводы привезли овощи прямо с грядок, помидоры и огурцы. Также здесь большой выбор сезонных фруктов и ягод. Проходит ярмарка на улице Пушкина от пересечения с улицы Яракского до улицы Ливаневского.